Исаак Шварц из кинофильма «Звезда пленительной части». Да, но вот если до этого нам надо было подпевать хором, то сейчас надо еще изображать оркестр. Поскольку Исаак Шварц писал музыку для симфонического оркестра. Скрипки есть в зале? Скрипки, пожалуйста, присоединяйтесь. А теперь виолончели. Кавалергарды век весело, и потому так сладко. Труба труби откинут полок, и где-то слышится вельзон, еще ракочет голос струны. Но командир уже в седле, не обещайте деве юной, любовью вечной на земле, не обещайте деве. Мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Никак не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деле юной, любовь вечной на земле. Не обещайте деле юной, шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен на предыдущем дне. Не обещайте деве юной, любви вечной на земле. Не обещайте деве.